Черепа. Роскошная, пышно освещенная зала, множество кавалеров и дам. Все лица оживлены, речи бойки. Идет трескучий разговор об одной известной певице. Ее величают божественной, бессмертной. О, как хорошо пустила она вчера свою последнюю трель. И вдруг, словно по манию волшебного жезла, со всех голов и со всех лиц слетела тонкая шелуха кожи, и мгновенно выступила наружу мертвенная белизна черепов, заребили синеватым оловом обнаженные десны и скулы. С ужасом глядела я, как двигались и шевелились эти десны и скулы, как поворачивались, лоснясь при свете ламп и свечей, эти шишковатые костяные шары, и как вертелись у них другие меньшие шары, шары обессмысленных глаз. Я не смел прикоснуться к собственному лицу, не смел взглянуть на себя в зеркало, а черепа поворачивались по-прежнему. И с прежним треском, мелькая красными лоскуточками из-за оскальных зубов, проворные языки лепетали о том, как удивительно, как неподражаемо бессмертная, да, бессмертная певица пустила свою последнюю трель.